Подружки, привет и добро пожаловать на мой канал. У нас с вами последние пара дней ноября, что означает рождественская, новогодняя пора, праздничный сезон, он наступает, и я готова украшать свой дом. Сегодня отправила Арса с Рэмом погулять, остались с Грантиком дома, и я принялась быстро-быстро украсить комнату Рэма. Ну и вот, так выглядит мой прекрасный декор в детской комнате. На полочках Рэма. Мне кажется, очень красиво и сказочно смотрится. Особенно, конечно же, наши звезды. Но для тех моих подружек, кто в миллионный раз будут меня спрашивать, где взять такие звезды, эти конкретные гирлянды из интернет-магазина epeka.ru. Оставлю в прикрепленном комментарии и также в описании видеоролика для вас ссылку, чтобы вы уж точно могли найти и не спрашивали меня бесконечное количество раз, где купить вот такие вот классные гирлянды. По качеству довольно на все 100. Работают они великолепно. У них есть преимущество, если сравнить с теми, которые я видела в других магазинах. Во-первых, эти гирлянды можно включить при помощи либо батареек, либо розетки. То есть есть две опции. Также у этой гирлянды, в отличие от других, есть пульт управления. 8 режимов разного свечения. Потом есть таймер от 2 до 8 часов. И также есть возможность диммировать этот свет. То есть сделать его либо ярче, либо приглушить. И это, мне кажется, очень крутая функция, которой можно пользоваться. Ну, например, когда ребенок вечером уходит спать, я смогу на 2 часа поставить таймер и сделать более приглушенным свет этих звездочек. И ребенок вот в такой вот прекрасной сказке будет засыпать. Так что, подружки, надеюсь, что и вы в своих домах уже приступили в эти дни к новогоднему декору и уже создали сказку для себя и своих семей в ваших домах. Буду потихонечку в течение недели и следующих выпусков украшать остальные комнаты и буду показывать вам, что же у меня получается. Сейчас, подружки, буду быстренько-быстренько убираться, кормить Гранта, делать дела домашние, и через несколько часов мы отправимся с Рэмом на плавание. Куда-то нашу суперэнергию надо девать. Так что сегодня посмотрим, как у нас с этим будут обстоять дела. Ладно, давайте увидимся чуть позже. Мы, смотрите, какие собранные прям командой. Мы собрались в бассейн. Рэм, кто будет плавать в бассейне? Рэм будет плавать. А ну-ка скажи подруге привет. Привет! И лоб у тебя замечательный. Опять ты тут искусством занимался. У меня с собой мой бэби Бёрн, верный наш друг, в котором Грантик будет ждать брата, пока ты, малыш, будешь плавать, правда? Да, молодец. Ну и, в общем, где-то на горизонте должен появиться еще наш отец. Его мы встретим внизу, очевидно. И все, мы едем. За 1,5 года впервые мы будем плавать. Эй, не знаю, как у нас дело пойдет. Да, тут у нас просто за спиной красивая девушка стоит. И Рэм тут флиртует с ней. Ну ладно, занимайся своим делом. На улице, как обычно, темень. Вы не подумайте, что матушка сошла с ума. И вот в ночь решила поехать в бассейн. Нет, сейчас без 10:05 вечера. Ну, короче, день. Среди бела дня поехали мы в бассейн. А вон идет наш отец. Вон, смотри, папочка идет с работы. Стой, 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 зайка. Так, стой, 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 стой. Вот они встретились. Привет. Ну вот, вся семья в сборе. Едем. Так, мы доехали. Зайчонок, пошли. Здрасте. Мы к вам. Так, у нас тут даже для ребенка есть тапочки. Давай. Прелесть какая. Давай, снимай ботинки. А можно нам еще подгузник, пожалуйста? Мы не взяли с собой. У нас 15 килограмм. И вот на лбу еще фломастер. Ага, спасибо большое. Так, подгузник дали. Пошли. Пойдем. Ну, пошли, пошли. Так, ты пока сиди здесь. Да, подожди. Сейчас мы себя отпустим. Давай. Давай еще. Ух ты! Ну что, пошел? Пошел плавать. Слушайте, как будто бы и перерыва не было, и всю жизнь плавал. Да, у тебя такой бассейн, смотри, как классно.
Тут такие рыбы у тебя, тут игрушки. Господи, чего-то только нет. Так, ну все, мы накупались, час провели за занятиями, и прям, мне кажется, очень даже клево. В следующий раз можно будет Рэма уже с инструктором оставить, а мы сможем вот здесь сидеть в экранчике, прекрасно наблюдать, как дети занимаются, пить кофе, ну, в общем, часок, прекрасно отдохнуть без ребенка, пока ребенок, ну, как раз-таки и будет заниматься плаванием и не отвлекаться на нас. И не будет поднывать, да, время от времени мама-мама, папа-папа. От этого человека все отлично. Человек поел, развлекается, сидит, отдыхает. Да, скажи, досуг тебе организован, отличный, за братом наблюдать. Пока брат тут собирает пирамидки. Ну, в общем, мы сейчас чуть-чуть тут посидим, пока ребенок подсохнет, и уже поедем домой. Ну, как тебе, понравилось плавать, котенок? Классно было плавать, купаться. Здесь, на самом деле, очень-очень удобно. Нам от дома до Парнаса доехать буквально 15 минут. И действительно удобно, потому что всегда есть где припарковаться. Не надо искать возможности оставить машину. В общем, есть отдельный вход в торговом центре. То есть не надо через торговый центр переть детей. А просто заходишь из машины в дверь бассейна и все. Так, ну очевидно, человек тут... Кайфует, да? Сегодня уж точно без проблем пойдет спать. Потому что даже инструктор сказала, что очень-очень много энергии человек потратил. То есть он прям занимался, ножки крепкие, и ему очень-очень все понравилось. Единственное, нужно привыкнуть, расслабиться и, собственно, позволить тренеру, инструктору заниматься и помогать ему выполнять задачи, пока он только осваивался. Ну и так, игрушечками играл, плавал, да? И ножками работал. Тоже здорово. Подружки, привет! Следующее утро, и мы снова топаем. А топаем мы сегодня необычно. Эй, товарищ, нам сюда. Нам сюда. Поворачивайся. Скажи подруге привет. Да, нет времени. Короче, сегодня мы топаем вдвоем. В первый раз в жизни. Грантика я оставила дома с отцом. Приехала сегодня массажистка с утра. Она сейчас занимается массажем. И Арс остался с Грантиком. Рэм, нам сюда. А мы с Ремиком потопали. У нас сегодня важные дела. Мы сегодня поедем к неврологу. Наконец-то наша долгожданная встреча с неврологом, с которым я очень-очень хотела встречу. Открылось окошко, мы попали, все, вот и мы топаем. И потом мы поедем в парикмахерскую, нам нужно постричь Рема, поскольку он уже... Так, вперед смотри. Он уже изрядненько подзарос. Так, давай маме руку, я тебе помогу. Зайка, давай маме руку. Давай маме руку. Короче, он у нас изрядненько подзарос, поэтому нам нужно его постричь. Ну и все, и потом мы вернемся уже домой и посмотрим, как у отца дела с малышом, как они справились. Ну, я думаю, что справились. Я оставила бутылочки, чтобы его покормить, и все. И он как раз-таки, конечно же, работает закон подлости. Он сейчас начал сильно плакать. То есть он поел, поспал, но что-то расплакался, пришлось уже кормить. А мать уезжает. Так, давай. И, конечно же, со мной поехал мой молокоотсос. Придется мне в машине стыдиться, поскольку время уже кормить придет. Вот такие пироги, подруги. Так что буду докладывать, как у нас дела. Кстати, после вчерашнего плавания
Мы прелестно приехали домой, поели и пошли спать в 9 часов вечера. Без каких-либо протестов, претензий и воплей. И так ребенок проспал у себя всю ночь. Да, котенок? Так, все, где наша тачка? Тачка здесь. Давай, садимся в машину. Конечно же, я не зарядила свой молокоотсос. Поэтому мне сейчас приходится это делать в машине. Благо, есть провода, и благо, в машине он прекрасно заряжается. Ой, подруги, я, конечно, не знаю, что пошло в моей жизни не так. Ремик, у Ремика это все нормально. Короче, все распланировала. Это называется материнская жизнь, блин. Все распланировала с утра, всем все оставила, все подготовила. Мужу обед приготовила. Массажиста встретила. Молоко подготовила. Мелкого вещи собрала. Все записи, все. Из дома вышла в 11:40, получается. Мне в 12:20 нужно быть у невролога. И вот все сложилось так. И дорога, и просто, и что-то мы на парковке там закопались. Я не смогла Рема там посадить, пристегнуть. Он что-то там убегал. Короче, по итогу я понимаю, что у меня через 10 минут моя запись, а ехать еще полчаса. А запись всего 40 минут, и невролог делал такое, знаете, там каждая минута важна, и, ну, на 15 минут не зайдешь. И, короче, я понимаю, что все, я вот таким вот просто на ровном месте профукала свою запись. Как это произошло, я вообще не понимаю, вот вообще не понимаю. Короче, я чуть ли не в слезах звоню, значит, в клинику, расстроенная, говорю, вот такое вот дело, что мне делать? Ну, в общем, сказали мне, что в 5 часов еще осталась одна запись, перенесут меня на 5 часов. Мне остается только перенести все остальное. Ну и понятное дело. Я расстроенная, значит, переношу. В 5 часов у нас няня. Переношу няню, переношу парикмахерскую. Понятное дело, что для меня на данный момент сегодня ни няня, ни парикмахерская вообще не стоит близко даже по значимости к нашему визиту к неврологу. Но, в общем, я, конечно же, расстроилась в первую очередь, что вот так вот, что случилось. Мне, короче, попало в какой-то бермудский треугольник. Это просто какой-то кошмар. В общем, едем сейчас стричься. И буду каяться, писать врачу, извиняться. И, в общем, в 5 часов мы, надеюсь-то, попадем. Но уже поедем всей семьей, уже всем коллективом. Это просто кошмар. Так, ну все, стрижка началась. Давно мы, конечно, не стриглись. В Риге он сильно протестовал. Надеюсь, что сегодня будет как-то поспокойнее. По крайней мере, сидит, смотрит. Да, котенок? В зеркало. People say I need to get a little action. People say my love life is fiction. People say I wouldn't give them no satisfaction. Well, I wouldn't know, it's beyond my imagination. I keep my pants up high and my zipper closed, and people wonder why I never get rid of those awesome looking sunglasses that I got off of eBay at a special price. Anyway, you get the picture right. People love to hate a play no matter wrong or right. What I'm like makes no difference. As they go, get a life. I go. Yeah, I go. Ba-da-ba-ba-ba, I go. No matter what you people say, I'm gonna do my thing my way. What you people do, I'm gonna do my thing much better than you. No matter what you say or do, oh boy, you're out of luck. It's gonna roll right off of me like water off the back of a duck. And I go, yeah, I go. Yeah, I go.
Подружки, привет! И снова следующий день. У нас с вами какой-то сумасшедший влог получился в этот раз. У меня такое ощущение, как будто вот целую неделю его писала. И несколько дней в этот влог включила и рассказывала, показывала вам самые какие-то важные моменты из каждого дня. Ну, наверное, так оно и получилось. В общем, сегодня снова следующий день. Нарезочка у нас такая очевидна, потому что малыши отвлекают. У нас очень много как-то всего выпало на этой неделе, что нужно было сделать, поэтому вот никак не получалось, знаете, вот один какой-то влог тематически записать, одним днем записать, ну и как-то вот вам показать. А получилось вот все подряд и обо всем сразу. Единственное, о чем не успела вам рассказать и показать, это наш поход к неврологу. Если помните, моя фиаско, утренняя поездка моя к неврологу, когда я каким-то вообще вот непонятным... Это материнское проклятие, наверное, когда вот я просто непонятным образом просто пропустила, опоздала, не успела на свой прием. Я выехала из дома и вроде бы в 6 часов встала утром, все запланировала, там всех приняла, массаж ребенку сделала, мужу там все оставила, подготовила, потому что грантик дома оставался, Рэма там тоже собрала, и по итогу вроде все вовремя-вовремя, а бам! Я села в машину и понимаю, что я отъехала от дома, 10 минут осталось, и все. Я в ступоре. Ну, в общем, слава богу, нас приняли в 5 часов. Доктор меня не ругала. Мы с Рэмом отправились к ней с цветами, просить, молить о прощении. В общем, я попросила, да, прощения о том, что я не такая непутевая матушка. Использовала шарм своего блондинистого ребенка, который ей букет цветов прекрасных роз вручил. Ну и, собственно, все. Настроение у всех было хорошее. Что же сказал невролог? Самое важное, что, подруги, неврологических проблем, заболеваний, каких-то отклонений у моего ребенка нет. Это абсолютно здоровый малыш, очень активный, очень сообразительный, контактный, общительный. И не было, не выявлено вот вообще никаких вот заболеваний, как я уже сказала, и отклонений, тем более неврологических. Уже не говоря об аутизме или прочих там каких-то, о чем мне часто пишут в видеороликах, вернее, в комментариях под видеороликами, что у моего ребенка там мышечная ригидность, потому что рот всегда открыт. Кстати говоря, в детстве я с таким же открытым ртом ходила. И невролог моя посмотрела и сказала: слушай, это у него просто такая, наверное, анатомическая особенность, потому что губёх у него много, брылья, все дела, и вот он такой вот мясистая вот эта нижняя часть лица, и поэтому вот он вечно дудочка, мечта вот просто любого мастера по ботоксу, вот накачать такие губы, как у моего ребенка. И, собственно, вот в том, что у него приоткрыт рот, нет никаких там показаний того, что были бы какие-то отклонения или проблемы с мышцами, которые бы влияли на речь. Что же с речью? Речь у нас не запускается по большей части из-за того, что у нас, как оказывается, не стимулирующая речевая среда в доме. У нас два языка, это немного затрудняет вопрос, но, учитывая специфику вот той жизни, которой я привыкла в Риге и видя, как дети говорят в билингвальных семьях, это не является главной причиной. В случае моего ребенка все-таки доктор сказала, что правильно мы сделали, что перешли пока на один язык. Когда он начнет пользовать какие-то бытовые фразы, тогда уже можно будет вернуться снова к английскому языку и спокойненько запускать и второй язык. Один пока будем запускать вот русский, поскольку он будет основной. Вот, выполняла разные задачи доктора, она провела неврологический осмотр ребенка, ну и в целом все в порядке. Дала мне свои рекомендации, как лучше работать, посоветовала все-таки найти хорошего дефектолога, хотя она сказала, если специалист, неважно как он называется, либо это логопед, либо это дефектолог, либо это нейропсихолог, вот любой из них найдет, если контакт с твоим ребенком, и твой ребенок будет проявлять интерес и будет работать с этим человеком, то, в принципе, вот это успех, и можно речь ставить вот с этим специалистом. Также поиски нашей нянечки, они, я надеюсь, увенчаются успехом, так как нянечка, которую мне предложило агентство, одно из агентств,
услугами которых мы планируем воспользоваться, ну, по крайней мере, кто ищет нам няню, они нам предложили девушку, которая учится на дефектолога. То есть она еще не получила высшее образование, она еще на пути, она молодая девушка, очень-очень активная, очень открытая, очень такая, ну, я не знаю, творческая и вот целеустремленная. И для нее, если вот, насколько я поняла, она ставит себе задачу работать с ребенком и добиться результата, то она вот добьется. Если другие не добьются, она добьется. И она, вот, несмотря на юный возраст, имеет опыт работы и в детских садах, и с больными детками, поэтому есть у меня некая такая надежда, что все-таки может быть, если мы и няню наймем, которая все-таки владеет методами работы дефектолога, даже если пока у нее нет диплома, это в любом случае очень хорошо, это бонус большой к тому, что в нашем доме появится няня. Тот логопед, которого, я надеюсь, мы найдем дополнительно, я попытаюсь их вместе свести, чтобы логопеды и вместе с няней поработали, и чтобы она дала ей конкретные задания, конкретные упражнения, посмотрела, как она их выполняет вместе с ребенком, ну и, собственно, чтобы мы могли вот максимально заниматься, и все те, кто взаимодействует с моим ребенком, в том числе и няня, чтобы все помогали ему запустить речь, уже не говоря, конечно же, о нас. Невролог дала мне также какие-то советы, как мне с ребенком общаться, какие установки, какие фразы из лексикона нужно удалять, как нужно ставить свою речь вместе с ребенком, как нужно обращать его внимание на то, как движутся мои губы, когда я говорю с ребенком, чтобы он получал какой-то стимул и сигнал к тому, что нужно что-то повторить. Ну и так далее, и так далее. В общем, очень много отдельных советов. Очень здорово, что мы на самом деле обратились, и мы с мужем вот прям целеустремленно будем идти вперед и будем развивать речь нашего малыша. И, в общем, вам об этом, обо всем показывать, потому что я знаю, что многие мои подруги тоже озадачены этим вопросом. Не все малыши в полтора года начинают стихи читать, и от этого я понимаю, что многим моим подругам это будет полезно. Осталось только найти хорошего логопеда и утвердить няню, и решить, будем мы с ней работать или нет. Там достаточно много нюансов еще нужно решить. Так что вот так вот, подружки, такие у нас пироги. Я как мама, конечно же, выйдя из кабинета доктора, выдохнула, я расслабилась и поняла, что все у нас в порядке. Главное, самое главное, что ребенок мой здоров, и дело остается только за малым. Дело остается за нашими усилиями и тем, чтобы мы создали для ребенка правильную речевую среду дома, и чтобы он мог заниматься. На этом сегодня буду заканчивать наш и так, мне кажется, очень длинный влог. Буду с вами прощаться. Желаю вам доброго-доброго дня. Поздравляю, мамочки, все с вчерашним днем матери. Надеюсь, ваши дети, ваши мужья вас поздравили, и у вас был замечательный, прекрасный день. В нашем доме этот день действительно тоже был прекрасным. Муж меня в очередной раз очень-очень сильно порадовал. Но об этом как-нибудь в другой раз. На этом сегодня все, подруги. Пока!